За 3 минуты вы распрощаетесь с бессонницей мгновенно. Ну-ка. Ёб твою мать! И как можно под это вообще, блядь, заснуть? Вы чё, с ума сошли? Есть. Честно, я не понимаю людей, которые, типа, засыпают вот под такие звуки. Это же вообще... Как? Каким образом? Если в реальной жизни у тебя на улице дождь идет за окном еще, может быть, как-то да. Но смотреть подобные видосы... Это же по ушам бьет, это даже как-то неприятно, наверное. Красивая, расслабляющая музыка. Давайте, ребята, немного успокоимся. Расслабимся. Подумаем о чем-то хорошем. Все свои негативные мысли выкинем из головы. Вот. Глубоко вдохнем. И будем верить в светлое будущее, которое мы видим на экране. Начиная с этой секунды. О, реально. Рано или поздно все плохое заканчивается. Как и хорошее тоже. Но сейчас много плохого, а значит, оно скоро закончится и наступит хорошее. Вот. Поэтому, да. Так, это что за хуйня? Лечебная музыка для сердца, ну-ка. Чувствуете хил? На сердце прям жесткий. Регенерация сразу пошла. Лечебная музыка для сердца и сосудов называется, пиздец. Успокаивает нервную систему и радует душу. Плюс сердце, ребят. Так, подождите, а есть лечебная музыка для... Ну, у меня, например, вот почки что-то болят. Для почек. Бля, что, серьезно, нахуй? Исцеляющая музыка для почек? Ча, мне надо послушать это, ну, я сейчас не шучу, я серьезно. А где музыка? Так, подожди, где музыка? Ёб твою. И сейчас мои почки внутри меня такие... Это что, это наша музыка? Ой, бля. Ебать, без почки, ребят. Я прям чувствую. Мои почки меня благодарят такие. Блядь, спасибо, Хрисус. Наконец-то ты включил нам трек. Чисто наш. Почки чувствуют этот вайб, этот бит. Это пиздец, конечно. Так этот чел Сергей же актер. Он в фильме каком-то снимался. 100%. Я его много где видел. Понятное дело, что это все постанова, ребят. 185 тысяч просмотров на этом видео, ребят. У 185 тысяч людей были проблемы с почками. И они вместо того, чтобы пойти к врачу, зашли на YouTube и начали, блядь, гуглить музыку для
лечение почек. Хорошо, здесь есть еще вот это вот. Видео под названием «Уйдут все болезни, вы сразу ощутите изменения в организме». Богородица и Дева, радуйся 150 раз. 2 миллиона просмотра. Благодатная Мария, Господь с тобою. Бля, реально плюс мораль сразу пошла. Благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего. Чувствуете? Реально. Плюс мораль, плюс жизнь. Яко спаса родила еси. Что в комментах пишут. Богородица, убери от войны надвигающейся на людей, темных сил людей. Царица небесная и великая, убереги от войны людей. Аминь. Пресвятая Богородица, исцели меня и моих родных и любимых от всех болезней, и дай нам долгую и счастливую жизнь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Исцели меня и моих детей духовно и телесно. Благодарю за молитвы. Дай Бог всем вам благодать, здоровья. Что-то мне жалко этих людей в комментариях даже как-то. Матушка Богородица, прости нас грешных, спаси и защити от всякого недуга и зла. Пошли нам всем разум и терпение. Пипец, реально каждый комментарий, они все просят что-то. Пресвятая Богородица, спаси и сохрани нас. Помоги преодолеть недуги. Аминь. Ну-ка, новые комментарии. Дева Мария, помоги мирным жителям Украины. Чего ржете? Вот я, кстати, заболел, надеюсь, мне это тоже поможет. Петый в песни напоил меня в трещине асфальта, и я нашла себя. Семечка Дуанчика, спасибо тебе большое за 120 рублей, аминь. Алиса, время в Москве. В Москве 0 часов 35 минут. Жестко. Иисус, ты слышишь меня? Так, ладно, ребят, не смешно. Баланс чакр во время сна, очищение ауры, высвобождение негативной энергии, исцеление 7 чакр. Ебать, 2,5 миллиона просмотров. Ребята, у меня открывается третий глаз. Я это чувствую. Реально. Попробуйте вместе со мной, ребят. Расслабьтесь, закройте глаза. Дышите глубоко. Спокойно вдыхайте. Расслабьтесь, ребят. И вы тоже это почувствуете вместе со мной. У вас начнет раскрываться третий глаз. Давайте закроем глаза сейчас и вообразим то место, где бы вы хотели оказаться. Возможно, вы мечтаете куда-то переехать. Вот. Вот представьте, что вы там. У вас это получилось. И вот вы гуляете по этим улицам. Ты будешь мой трек слушать. Вы гуляете по этим улицам. У вас все получилось. Вот поставьте себе цель, что вы должны дойти до этой цели. И у вас получится, реально. И вот с этими мыслями идите дальше, живите дальше. Реально. Вот такие дела, да. Я посрался. Чел, я же говорил, ну типа, да, расслабиться, но не настолько, что я тут уже ни при чем. Ебать, секта. Да какая секта? Я же не прошу деньги мне давать. Хотя, ходят слухи, что если ты поделишься хотя бы соточкой с тем,
кого ты ценишь, кого ты любишь, например, со стримером, которого ты смотришь, то эти 100 рублей вернутся тебе 100-кратно, а может быть даже в большем количестве. Ты подумай. Реально. Главное — донатить эти деньги с благими целями, с хорошими мыслями, как говорится, с добром. Не, маткой дышать не надо, вы что? Это по телеку потом покажут? Бля, точно, на Первом канале меня выставят каким-то жестким. Боже, Иисус, сохрани. Да это йога, ебать, какой Иисус, вы чё? Так, а дальше что тут? Мудрая книжка какая-то. Что излучает, то и получаете. Что излучаете, то и получаете. Ну-ка. Тьмы. Ой, блядь. Нет глубины без тьмы. Обличающий тьму в другом обличает ее в себе. Не, на самом деле вы думаете, это что? Это еще не все. На Ютубе есть такая хуйня, например, как же эта хуйня называется, типа заряд на деньги или как-то. Сейчас. Типа гипноз. Не-не, подождите, как-то. Напомните, как эту хуйню. Я просто этим не интересуюсь. Приворот. Приворот. Чего, блять, хлопцы? Привороте на любовь хлопца. Сильный быстрый приворот. Один день, и он ваш. Итак, сейчас я буду приворот на Ивана Диппинса делать. Ну? Что делать-то? Быстрый, очень сильный, можно без фото. Просто визуализируем образ человека. Думаем о нем и читаем 3 раза. Давай, я думаю. Я уже визуализирую Диппинса у себя в голове. Включи медитацию «Путешествие в прошлую жизнь». Не, я не хочу в прошлую жизнь путешествовать. Сейчас, подожди. Какой Вова, блядь, он токсичный, не хочу. А Диппинс добрый. Еще и популярный. Любимый мой, суженый и единственный, я любовь твоя перед ангелом неба, перед землицей-матушкой, связали нас солнце, ясная луна белая и звезды чистые. Так. С Вовой у нас уже давно любовь, блять, забить. Ну, у нас уже все, типа. Токсичные отношения начались. Пора новые заводить, свежие. А, 3 раза? А, любимый мой, суженый, единственный. Я любовь твоя перед ангелом неба, перед землицей, матушкой. Связали нас солнце, с ясная луна белая, звезды чистые. Любимый мой, суженый, да ебаный, единственный. Я любовь твоя перед ангелом неба и перед землей, да ебать. Землицей, матушкой, связали нас солнце, ясная луна белая, звезды чистые. Все, надеюсь, я успел. Нет в моей любви зла, нет в ней ни это, тени, нет в ней ни стыда, не будет в любви нашей беды меня, очень сильно полюбишь ты. Не через год, не через месяц, не на исходе недели, а прям завтра уже с утра не сможешь ты без меня. Че, еще раз что ли, блядь? Нет в моей любви зла, нет в ней тени, нет в ней и стыда. Не будет в любви, в нашей беды меня, а, очень сильно полюбишь ты. Не через год, не через месяц, не на исходе неделя, а прямо завтра. Нет в моей любви зла, нет в ней, блядь. Короче, типа прочитал 3 раза. Ангел, небо, земля, солнце, звезды, сделать то, что тебе верю. Любовь твою, имя парня. И Ваня, любовь твою, Ваня, ко мне, Алёша. Через слово, через слова приворота зажгу! Борщ? А вдруг сработает? Ангел, небо, земля, солнце, звезды сделают то, что велю. Любовь твою, Диппинс, ко мне, Хесус. Через слова, блять. Все. Привет, мои дорогие девочки и мальчики. Сегодня у нас на улице идет дождь, такая мерзопакостная погода, и мне всегда хочется что-то такое ритуалить, жечь свечи. Ну и... Девчонки! Сработало! Я в шоке! Всем желаю, чтобы ваш любимый человек всегда находился рядом! Пиздец, это чё, реально? И для себя я пометки сделала, какие ритуалы вы больше всего просите. Больше всего
вы просите научить, как сделать зазыв любимого человека, да? Сделаю такой онлайн-ритуал. Он, конечно, вы же понимали, 1,5 миллиона просмотров на видео. Он будет послабее, если бы вы делали его сами. Я его буду сейчас делать. Он будет действовать. Немножечко, может быть, попозже для кого-то сразу человек, для этого человека объявится его вторая половинка, да? А кто-то может сделать сам. Это работает 100%. Это деревенская магия. Потрясающий, шикарный ритуал, который... Стоп, нахуй. Спасибо вам большое. Муж ушел к любовнице, приперся после ритуала тут же. Сколько ритуалов смотрело, не брало его. Я буду смотреть на соперницу. У вас есть ритуал, а потом на чистку отношений. Видно, одна его чем-то держит. Вы просто супер, спасибо. Смотрите, люди, ритуал помогает очень. Всех вам благ и здоровья. Пусть Вселенная отблагодарит вас за таких, как мы, которые не имеют много денег, чтобы заплатить за ритуалы. А тут вы для людей делаете бесплатно. Сейчас таких мало, спасибо. Ебать. То есть у нее муж ей изменяет, а она начинает хуярить ритуалы, чтобы к ней этот муж вернулся, блять. И он возвращается, типа, и она начинает думать, что это из-за ритуала. Это пиздец. То есть вместо того, как нормальная женщина нахуй послать его, она на... Ебать! Работает 100%, мои дорогие. Делюсь с вами прям вот сокровенно то, что делала я. А почему эти вот этот развод не банят, например? Когда я была ведьмочка, да? Когда были женихи, влюбленность у меня всегда срабатывала. Бля, причем обратите внимание, такой хуйней страдают девки. Исключительно только почему-то девочки, блядь. Диана, Ксения, Виктория, Татьяна, Светлана, Ирина, Виктория, Екатерина, Екатерина, Марина, блядь, Ева. Ни одного мужика, блядь, нет, чтобы такой хуйней... Ну, я, ладно, я первый мужик, походу, на этой планете, который решил этой хуйней позаниматься. Диана, Олеся, и Светлана, Лада, Вера, Юля, Елена, Катерина, Вера, блядь, я причем заметил, чаще всего этой хуйней интересуются Катерины, Елены, Веры, блядь, и... И Елены вот опять, Екатерина опять, Светлана тоже что-то часто на эту хуйню подсаживается. Вот Татьяны тоже, смотрю, много Татьян сидит, пиздец. Кучила тоже срабатывала. Очень хороший ритуал, поэтому смотрите внимательно. Я сейчас возьму свою ритуальную тарелку. У вас это может быть блюдце, да, всё, что... Девки, вам делать нехуй. Мне вот удобно. У меня ритуалы разные, иногда нужно много чего выкладывать. У вас это может быть просто блюдце. Итак... Берете две восковые свечи. Я сейчас буду делать. Бля, интересно, у меня такие ритуалы кто-нибудь делал? И в то же время это будет онлайн-ритуал, да? Пишите здесь имя. Я буду писать просто имя. Вы сейчас, пока я пишу, проговаривайте имя этого человека. Ваня, 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 Ваня. Делать будете все то же самое, что делаю я, если захотите сделать это сами. Ваня, Ваня, Ваня. Это свеча его или ее. Ваня, это свеча ваша. Вторая свеча ваша. Пишите свое имя. А, я писать должен, что ли? Сейчас проговаривайте свое имя. А, Алеша, Алеша, Леха, Леха, Алексей, Алексей, Леха, Алекс, Алекс. Делайте все строгой иголкой. Так. В левой руке свеча человека, которого зазываем, в правой руке ваша. И скручиваем. Как вы это будете делать, скрутку, неважно. Скручиваем свечи. Напоминаю, ритуал очень-очень мощный. У некоторых может даже поболеть голова, кто это делает, потому что это очень мощная энергия. Кто-то может почувствовать запахи, запахи парфюма своего даже любимого. Я не знаю, как Ваня воняет. Никакие не подсвечники церковные, ничего. Кстати, вам нужно будет обязательно именно восковую. Ну, я сомневаюсь, что он воняет кошачьим говном. Красная или обычная свеча, но, дорогие мои, не церковная. Далее вам понадобится... Мятый? Красного цвета, малиновая, бордовая. Вот таким цветом. Губами, зубами ничего не броним, только пальцами. Вот примерно вот такая. Складываем. Раз. Два. Вот такое должно получиться. Это пиздец. Завязываем один узелок. Говорим его имя или ее имя, то есть того, кого зазываем. Ваня, 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 блядь! Это не приворот. А что это? Это просто ускорять примирение, приход человека, да? Дальше. Приход ускорить? Ваше имя. Я знаю, как можно ускорить приход. Но не рекомендую. И теперь этот узелок завязывайте на свечку. Неважно, низ свечи, верх свечи, как вам удобно. Ну и что дальше-то? Раз.
Не, я ошибся, ребят. Раз. В комментариях затесался Анатолий. Сегодня днем и вечером на перемотках сделал, и вот чудо ответило, вышло на разговор. Может, это судьба, но постоянно меня динамило. А тут выслушала, и все вроде бы идет на лад. Спасибо вам большое, смысл жизни был потерян. Да будет так. Бля, Анатолий, ты че... Охуеть, это же вообще пиздец, если у людей смысл жизни заключается в каком-то другом человеке. Я надеюсь, что в вашей жизни такого никогда не будет. Гайс, это вообще пиздец. Нельзя видеть смысл своей жизни в чужом человеке, блядь. Ну это же вообще пиздец, вы чё? Охренеть! Он не то, что написал или позвонил, он приехал! 10 дней полного игнора и после ритуала получи и распишись на следующий день. Класс! Спасибо за чудеса. Давай. Получается узелок, да? Дальше мы, дорогие, берем с дорога спички, не зажигалки, ничего, только спички. У нас все натуральное. Прежде чем мы поджигаем спичку, свечку, говорим: явись такой-то, проявись такой-то. Явись, Ваня, проявись, Иван. Поговори со мной. Поговори со мной. Или с рабом таким-то. С кого? Чего? Поджигайте. Со мной? Поговори. Пострим со мной. Какая хуйня. И теперь смотрим, как горит свеча. Не обязательно, мои дорогие, сидеть вот сейчас все видео, смотреть на пламя. Ну, какой-то, конечно, пока узелок у меня не дожегся, да, до этого уровня посидите, посмотрите. В остальном, пускай вот... Не обязательно, да, сидеть прям пристально смотреть. Вы можете держать, как горит свеча, и что-то там, допустим, свое делать. Но должно быть ощущение, что свеча горит до конца. Так я тоже должен хуйню делать, что ли? То есть в вашей реальности, в вашей атмосфере, где вы находитесь. Можете о нем думать или о ней думать, еще будет хорошо. Можете также повторять несколько раз. Явись, проявись, поговори со мной, с рабой, такой-то, да? Какой нахуй лавровый лист? Очень интересно. Сошлись фитиля, мои дорогие. Скоро появится ваш человек. Несколько раз можете посмотреть. Также на канале посмотрите чистки, которые я выложила. Но сразу предупреждаю. Ладно, все. Нам вообще как бы похуй на все эти отношения. Все, что требуется сейчас людям, всем нам, то, что сейчас необходимо, это... Бабло. Это бабки. Дорогие подписчики и гости моего канала, меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео я хочу вам дать один достаточно самый сильный обряд на деньги. Этот обряд создан специально для того, чтобы получить очень большие деньги и, можно так сказать, самые сжатые сроки. Для проведения данного обряда вы должны взять 6 монет по 10 копеек. Каких нахуй 10 копеек, блядь, у меня доллары. Где я тебе возьму копейки? Чё ты несёшь вообще? Вот прям запишите себе. Значит, 6 монет по 10 копеек как? Вы должны взять. Причем без разницы, какие монеты. То есть, даже если вы в другой стране находитесь, неважно. Так а если нет копеек? Нет монет, блядь, у меня в бумажках доллары. Самые вот минимальные. Дальше что? Одну бумажную купюру. Купюру можно взять, если найдете сейчас, 10-рублевую. Потому что там ее... Да я тебе... Какие 10-рублевые? У меня 5000-ные купюры. Мне, походу, этот обряд не нужен. Я уже при бабле. Тут, я так понимаю, рассчитано на более, скажем так, низшую категорию людей. А чё, да? Какие-то копейки, блядь, 10 рублей. Что... И что, мне миллионы нужны, чё мне твои 10 рублей? Её надо будет сжигать, чтобы, не так было. Чего? Сжигать? Ну ладно, у меня есть 100 рублей. В смысле сжигать, чё, ебанулась совсем, что ли? Люди смотрят данное видео, чтобы заработать бабла, а она ещё заставляет сжигать эти деньги, блядь. Скажем так, деньги сжигать, лучше 10-рублевый возьмите. Если 10-рублевый не найдете, тогда 50-рублевый, но желательно найти 10-рублевую купюру. И вам надо купить 15 свечек в церкви, самые большие, какие будут в церкви. Что, блядь? Вот какие там есть, вот большие, да, покупают, их надо будет взять.
Свечки, смотрите, обязательные условия. Свечки вам надо взять в понедельник в трех разных церквях. Вот это прям запомните, запишите себе. Я сейчас шлики ебнутые. Выбираете понедельник, идете в одной церкви, берете 5 свечек. Ну, как раз понедельник сейчас будет. В другой 5 и в третьей 5. У вас получается 15 свечек. Ну вот какие там, да, есть там толстые свечи? То есть не совсем прям огромные, да, вот как он бывает. Нет, ну вот из всех свечек, вот какие там будут самые большие. Вам надо 15 штук. Обряд проводите только на растущую луну. А то некоторые начинают уже писать о... Не, хуйня какая-то, слишком затратно. Заговор на деньги. Нет. Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Вообще, сразу хочу сказать, что сама я обожаю простые, доступные и эффективные денежные практики. Каждый может легко попробовать и убедиться в их действии. И если у меня получается, то у вас тоже обязательно получится. Данный ритуал не относится к магии или колдовству. Это работа с волшебством, законом изобилия во Вселенной и силой мысли. Эта практика выполняется в любой день недели и не зависит от времени суток, так что вы можете ее использовать в самых экстренных случаях. Еще одна важная деталь этой практики в том, что после ее выполнения ваше финансовое желание сбывается за считанные часы, а сами деньги приходят неожиданно из совершенно нового или ранее неизвестного вам источника. Поэтому это отличный способ решить срочный денежный вопрос, например, оплатить счета или купить какую-то очень важную вещь. Также это отличный способ проверить возможности вашего подсознания. Вы должны помнить, что практики на срочный приход денег работают на небольшие суммы. Вы получаете ровно столько, сколько готовы получить. Ту сумму денег, которую верите. Главное в этом ритуале – это вера. Вера в то, что данная сумма легко придет. И если вы верите, что легко получите 50 тысяч рублей, перестаньте гадать и ломать во Вселенную. А дальше не ваша задача, что это приносит результат. Щепотку корицы насыпьте на ладошку и начните растирать. Растирая, чувствуйте тепло. Тепло между ладонями. При этом произносите сумму денег, которую хотите получить. Заострите на этой сумме внимание, думайте о ней и продолжайте растирать корицу между ладонями. Представляйте, визуализируйте, думайте о том, что деньги приходят, и четко говорите сумму, которая загадана. Главное в ритуале – это вера в то, что данная сумма придет. Не концентрируйтесь на том, сколько раз вы повторили эту цифру. Просто растирайте ладони, проговаривая ее. Когда ощутите, что ладошки разогрелись, почувствуете энергию между ними, можно завершить ритуал словами «Да будет так 27 на 108 раз». Эта конечная фраза поможет запустить волшебный процесс, отправляя запрос во Вселенную. Теперь можно помыть руки и заняться домашними или рабочими делами. Отпустите данную ситуацию, переключитесь на любые другие мысли или дела. И если вы действительно эту мысль отпустите, вас ожидает очень быстрый результат. И, конечно, не забываем подписываться, писать комментарии и ставить пальчик вверх. Вам ничего не стоит, а мне будет очень приятно. Так, а теперь давайте же зайдем на главную Ютуба и посмотрим, что мне теперь сейчас будет Ютуб рекомендовать. Блять. О, нет. Ютуб, я просто решил разнообразить свой стрим. Ну, ёбаный, сука, рот, блять. Самый подлый знак зодиака. Самый подлый знак зодиака определить сложно, но можно. Этим вопросом занимались многие астрологи в разное время. Пальма первенства в этом соревновании принадлежала и скорпионам, и козерогам, и стрельцам. Подлость вообще качество субъективное и зависит от многих факторов, а не только от расположения звезд на небе в момент рождения человека. Самый подлый знак зодиака может быть любым в разные периоды времени. Это зависит... Ебать ты, конечно, капитан очевидность. Эгоизм заставляет его игнорировать чужие желания и потребности. Мой хуй, мой писюн, мой член. Я что? Это мой писюн, мой член. Я что? Я ебал, ничем не болею, он я ничем не болею. Кого вы мне завидуете? Мой писюн, хоть очень чистый. Что за бред? Хоть очень, я его мою каждый день.